глубина снежного покрова примерно сложно оценить. Я думаю, сантиметра 3-4. 3-4 сантиметра. Как я уже и писал, мы одновременно сегодня тестим расход топлива и Nokia Nordman 4 SUV. Нам предстоит очень длинный путь, порядка 600 километров по такой дороге. Снега вчера не было, он выпал только сегодня. Как я говорил уже, погода благоприятствует. Киа не хочет ехать. В общем, вот так вот. Пешики 6.18. Пешики уставшие, предельно уставшие пешики. Еще будет одно видео на выезде из города, а потом трасса. Пока средняя скорость 26 километров в час. Вчера был совершенно сухой асфальт. Сейчас вот такая дорожная ситуация. И 600 километров впереди поездки. Так, это Новосибирск. Впереди у нас Кемерово.